Всем привет! Вышел я на воду и решил маленько затестить новый спиннинг. Это от Мэвелса Деликаса. Здесь сейчас у меня одна из вершинок стоит, которая джиговая, которая в принципе тестом от 0,6 до 8 грамм. Поставил джиговку 2 грамма. Сейчас попробую здесь просто чисто ради интереса покидать. Цеплял уже траву. Надо что-нибудь какую-нибудь силиконку что ли повесить. Сезон я уже, можно сказать, открыл. Поймал на микроколебалку карася. Потом еще одного карася поймал на воблер. Поставлю вот такой вот. Забавлю. Фотографии там в ВК выкладывал. Сейчас чисто просто проверить. Что-то вода ушла. Здорово. Сейчас посмотрю, может, какое-нибудь на более глубокое место. В прошлый раз приезжал. Вот где стою, здесь вода была. Сейчас вон уже как. Не рыбы для, а чисто посмотреть, как будет работать спиннинг. На 0,6 граммах-то я что-то, конечно, сомневаюсь. Но вот на двух, в принципе, нормально. Но у меня еще тормоза здесь сейчас на пятерке стоят. Ух ты, это что такое было? Что-то зацепил. Сейчас будем помаленьку отпускать. Так как я не особый спец, поставим на четверочку. Поэтому только пристреливаюсь. Ну, подальше полетела. Ну, в принципе, 2 грамма можно нормально кидать. Сейчас посмотрю, может туда на отмель выйду, если там не сильно грязь проваливается. Ну, в принципе, все нормально летит. Не знаю, сколько здесь, метров 20-то есть точно. А там лед, наверное, еще лежит. Все равно какой-никакой рыб где-то должен быть. Ну, в принципе, что? Да, 20 метров железно летит. 2 грамма. Катушка Dark Wolf Ultra 50S. Весом она у меня 135 грамм. Шпуля весом 6,1 грамм. Заявлено производителем, но мои весы что-то показали 6,26. Ну, может, что с подшипником, хрен его знает. Ну что, в принципе, 2 грамма с таким вот червячком, ну, метров на 20 летит на четверке на тормозах. Да, точно. Сейчас микроколебалочку попробуем. Вдруг еще какой карась соблазнится. Намотан у меня здесь монофильная леска 0,2 от Аквы. Почему монофил? Во-первых, дешевый. Можно, конечно, было сразу тут какой-нибудь супер-пупер шнур поставить там. Но я бы его за одну рыбалку весь бы тут и оставил. Пока пристреливаюсь. Я тут не великий спец. Половлю монофильной леской. Половлю флюорокарбоном. Половлю шнуром. Посмотрю,
что из этого получится. О, уже что-то листиков нацеплял. И с чем лучше будет выходить, с тем и буду ловить. Нормально летит. Сейчас попробую еще на троечку. У меня здесь лески метров 30, наверное. Может, 40. Так, намоталась балды. Малек, что ли, стоит? Мелочь какая-то, ну не знаю. Ни бород пока ничего нету, ни перебежек. Как постукивает. Караси, наверное. Подлые опять. Поставлю микроколебалку. Поставил вот такую вот Япаду 3,5 грамма на прошлой рыбалке, на которую ловил такого ярко-зеленого цвета шартрес. Оторвал я ее нафиг. Будем пробовать на это. Этой блесне нужна медленная такая проводка. Тогда она играет. Как только чуть быстрее, все, штопор. Чуть зацепит, все, играть перестает. Ну-ка, верхед. Пойдет. Для моих микроречек самое оно. Так, вот там у меня идет. Ну, какой-то малек играет. Если малек играет, значит, должен как кто-то там еще быть. Эти изверги карасия. Что такое? А, опять сапанул. Ну, тут что, пристреляться, это еще тормоза потом помаленьку убрать. Будет вообще метров на 50 летать. Вон, 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 малек играет какой-то. Чей только интересно. Вот там окуня приплывут. Нормально летает. Нормально кидает. Там у него этого спиннинга еще одна вершинка есть. Табулярная до 10 грамм. 0,8-10. Ну, тут уже точно там под вертушечки, под воблерки. Что-то не хотят здесь караси клевать. Вон малек, малек какой-то. Какой малек ты? Чей малек может быть? О, говорю, шмалек. Вот так-то, блин. Такого рыбы я поймал. На микроколебалку, на ультралайт кастинг. Надо сфотать. Все, обрыбился. Ну что? Руки рыбы пахнут. На рыбалке был, спиннинг обновил. Красота. Ну, если здесь мальки такие шарахаются, а где хищник? Где хищник? Не знаю, может, на ту сторону перееду, там еще попробую покидать, с того берега сюда. Там, правда, ветерок, наверное, будет. Вода здорово ушла. Попробуем здесь. Здесь я одну блесну уже оторвал. Может быть, можно будет джиг попробовать. Не хочет никто клевать почему-то. Ну, потренируемся.
А сейчас еще микроколебло придет. Наборчик мой. Так что будем осваивать. Как-то я что-то на микроколебалке-то не особо и ловлю. Ну что, это вроде не сильно жалко будет оторвать, если что. Попробуем. Так, пойду туда попробую. Что-то какое-то интересное местечко такое. Вроде как. Там снег еще лежит. Лед. Ну что, неужели тут никакого щука нету? Ну-ка запульнем туда. Сейчас оторвусь. Ага, вот там и ту блесну оторвал. Какая-то тут фигня лежит. Поставил такого китайского карапузика 4-граммового. Ну, поближе, конечно, летит. О, мальки разбегаются. Малька немерено. Где хищник-то? О, бобер на перекате. Видите, не видите? Там он малек. О, разбегается, смотрите-ка. То есть мальки тут шарятся, где? Окуня. Может, надо было пораньше приехать. Сейчас уж вечер почти. Бублерочки. Во, вот эта прикольная штука. Типа волкера. И реально ступеньку рисует. В смысле елочку. Ну-ка его попробую. Глубоко не тонет. Мордой торчит вверх. Что-то застежку вязать, хотя надо было бы уже, сколько уже раз перевязался. Вот на прошлой рыбалке там другой спинник у меня был. Прям такими короткими рывочками. Ну, не знаю, видно, нет? Рисует елочку. Этим даже спиннингом еще лучше. 4 грамма весом. Видите, как играет? Ну, частоту надо подобрать. Летит, в принципе, нормально. Прикольная приманка такая. Но я почему-то думал, не будет он работать. Нет, работает. Так что, думаю, по мелководью, по окуню летом будет самое оно.
мальков там погоняем. У меня с крупными волкерами так не получается. Мелкочастотную, короткими рывочками, частыми. И никто не хочет его есть. Ну сейчас рано еще, конечно. Вот такая вот приманочка прикольная. Два штучки взял, не знаю, что получится. Так, что, какую вертушечку попробуем? А вот эту вот. Тоже китайская. Соли. Я тут соли набрал, что море всего за зиму. Вроде тут чуть-чуть бас-бас, а там уже всего немерено. Хоть посмотреть, будет она вообще работать. О, улетел куда. Работает, завелась сразу, чувствуется. О, о, малька. И сразу что-то нацеплял. Правые. Только на мелководье вышло, бац, что-нибудь зацепило, все. Работает нормально. Не знаю, видно, нет. Китайская вертушка. За 40 рублей. Вот такое какое-то непонятное выползание на рыбалку было. Ну, рыбалка, не рыбалка, так, чисто на часик выехал немножко. Спиннинг потестить. В принципе, палочка нормальная. Ну, тестил с вершинкой, значит, та, которая солидовая, 0,88 грамм. Пробовал 1,5 грамма покидать, ну что-то как-то у меня еще что-то не получается. Может, спиннинг такой с катушкой. Может, у меня руки не оттуда растут. Ну, пристреляться надо. А так, в принципе, 2-3 грамма работает вообще отлично. Бросает и вертушки, и лоберочки, и джиг кидал. Плесну одну оторвал, и микроколебалки, все на свете. Ну, будем пробовать, а там дальше как получится. Всем пока!